День добрый и добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы продолжим играть в игрушку Outland, и по-моему это именно то, где мы остановились. Не самое приятное и простое место в игре, и все будет только хуже, так что спокойно, спокойно, спокойно. Так, хорошо, ой, хорошо, что я этот удар запомнил. А то попался бы так, здесь именно так. Таким цветом нужно быть, каким я являюсь. Красный. Опаньки, осторожно. Итак, как это здесь сделать? А то есть, прыжок синий, красный. Синий. Прыг, красный. Ня. Спокойно. Чекпоинт, чекпоинт. Секретной комнаты нету. Как ни странно. И оп, есть все. Легче всего просто пробежать. 30 тысяч. Добавить еще энергии. Давайте. У меня такое впечатление, что больше здоровья мне давать не будут. Ну-ну, окей. Так. Не получится. Взрывушка. Так, здесь мы можем спрыгнуть вниз. Давайте посмотрим, что тут внизу. Но это вот, но до этого давайте дотронемся до чекпоинта, чтобы больше это все не пробегать. Хорошо. Понятно, это я тут, получается, срезаю. Срезаю, чтобы здесь не возвращаться. Понятно, все, да, до этой кнопки все хорошо, хорошо. Так, так, забираемся. Идем. Здрасте, 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 дракончик. Хорошо. Так, осторожно. Что нам теперь нужно сделать? Нам нужно просто-напросто сделать вот так. Все будет хорошо, полечиться. Так, теперь нужно подфутболить бомбу туда. Как только она появится. Ой, ё-моё. Ну, или так сделать. Нет. Давайте по-другому сделаем. Ё-моё. Я молодец. Хорошо. Ё-моё. Еле-еле-еле-еле. Получилось. Но ничего, зато получилось. Так, хорошо. Не, не получится. Давайте на лету здесь прям. На. Нет. Хорошо. И, господи, боже мой, спускать сюда бомбу нужно? Ну, вы изверги. И куда мне нужно теперь? А, нет. Ну, по идее, сюда можно спустить бомбу, чтобы найти чуть-чуть золота. Не. Я думаю, мы переживем без него. Чуть-чуть. Совсем немножко. Хорошо. Так. Хотя, знаете... Пойди сейчас каждое золото на счету. Мя. Вша, вернись. Вернись, хочу это убить. Отлично. Буп-буп-буп. Есть. И шипочки. Шип-па-па-па-па-па-па-па-па. Золото отправится в никуда. Не буду рисковать. Так. О! Потихоньку начинаю пользоваться этим супер ударом. И он, оказывается, он полезный. Хорошая штука. Вкусная. Витаминная штука. Помогает организму выживать. Хорошо, что это синее. Хорошо, что я правильную сторону выбрал. Ага. Лучше, по-моему, сменить вот здесь, вот где-то. Так будет легче. Ой, тут там шлем. Ах, знаете, что я... Я не гордый. Ой, какой я не гордый. Пускай шлем остается там наверху. Мне сейчас интересно найти ключ. Ага, хорошо. Раз, два, три. Опаньки. Раз, два, три. Есть, отлично. Ой, наткнулся. Ну ничего,
Вот я пробежал. Уворачиваемся. Так, уворачиваемся. Ня. Поменял цвет как раз вовремя, чтобы словить по голове. Есть. Хорошо. А куда я вообще иду? Я правильно иду. Угу. А то есть нам нужно наверх. Давайте поэтому сходим налево. Так. Кооперативный челлендж, который мне из-за некооперативности не кооперативится. Так что давайте, давайте, давайте. И заберемся, заберемся, заберемся. Ну. Ё-ё-ё, синий цвет мне стоит. О, господи, так. Тут две кнопки. Две кнопки. Хорошо. Есть. Есть. А то есть. Берем так, делаем. Ага. Так. Нет. Не вовремя. Висим, висим, висим. Теперь прыг. Ох ты, ё-ё-ё-ё-ё. Пожалуйста, здоровье со мне. Еще больше здоровья, я бы не отказался. Чекпоинт. Уже до него я добрался. И там платформа открылась. Полезно. Отлично. Так. Давайте сейчас сбегаем к чекпоинту. Если что, если вдруг... Вдруг... мне нужно еще открыть. Хитропопая. Шипы. Шипы, шипы. Понятно. Все, все, все очень хитро, понятно. Давайте глотну немножко чеку. То есть, понятно, в чем была ошибка. Ошибка была в том, что я умер. Как решить эту ошибку? Где-то еще нужно разобраться. Хорошо. Так, а то есть. Прыг. Черт. Прыг. Повисаем. Отлично. Ждем, пока синева рассосется. Прыгаем. Не. Не. Не, понятно. Понятно. Все, все понятно. Так, зачем я говорю понятно, если мне непонятно ничего? Так, хорошо, пожалуйста, жизни мне. Есть. Окей. Да-да-да, это понятно, что там открывается. Угу. Итак. Стоим. Ждем. Ждем, пока пройдет. Ждем, пока отпустят немножко. То есть здесь синее проходит везде. А то есть от синего в красном не спрячешься. Но от красного в синем можно спрятаться, потому что красный не так часто приходит. Ё-моё. Оп. Так, 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 так. Спокойно. Итак. Здесь самое главное, по идее, рассчитать прыжок. Первый прыжок рассчитать, все будет нормально. А то есть здесь ничего сложного особо нету. Так, может быть даже лучше всего переключить на красное, чтобы, видите, часть пуль все-таки отлетала. Оп, повисаем. Теперь забираемся. Шаг вперед. Есть, хорошо. Я научился. Бывает же такое. Хорошо. Угу. Так, золото. Теперь красные. Проходим. Синие. Ждем немножко, ждем немножко, ждем, пока красное уйдет. Отлично, красное ушло. И теперь можно прыгать. Все, видите? Самое главное не нервничать, самое главное не путаться. А то тут слишком много всякой всячины. И она такая, ой, страшная, страшная всякая всячина. А она не страшная, оказывается, совсем. Так, ну что ж. Золото, золото. Окей. Что это такое? Ключ. Ключ. Давайте тогда пойдем обратно. Есть. Так, тут можно срезать куда-нибудь? Нет. Никуда невозможно срезать. Да, это у нас... Ну, давайте соберем эти деньги. Они нам пригодятся. Хорошо. Да, отлично. Так, поехали.
Что тут изменилась дорога, что ли? А? Почему-то я... Ну, не забрался, но бывает. Понятно. Хитропопые вши. Так. А, мне нужно через верх теперь идти. Вот какие они. Понятно. Есть. Большая куча монеток. Класс. Опа. Допрыгнул. Правда, не знаю, куда допрыгнул, но допрыгнул. Есть. Хорошо. И... Уп. Есть. Хорошо, побежали. Так, два супер удара и один маленький хватили. Угу. Так, я больше с ним не хочу встречаться. Уж очень большой. Слишком он много занимает от экрана. Так, не надо. Не надо быть такими толстыми на всем экране. Ой-ой-ой. Так, ты, парень, иди. Иди подальше. Угу. То-то-то-то-то-то-то-то-то. Даже надо предупреждать, что шипы будут. Попросил я нечестную сложную игру. Предупреждать же надо. Так, хорошо. Давайте тогда пойдем. Давайте пойдем дальше. Посмотрим. Так, куда мне вообще нужно? Мне нужно в... мне нужно к боссу. Легкотня. Нет-нет-ня, легкотня. Проще не бывает. Это же всего лишь босс. Сейчас посмотрим, что, что там нас ожидает. Веселого такого. Веселье. На веселье сидит и весельем погоняет. Уп. Хорошо. Поехали. Так, это что-то, что-то очень нездоровое, по-моему. Ну, сейчас посмотрим. Босс. The High Priestess. Так это может быть мама из Банников Азика. Может быть. Ой, эти платформы, они уже ничего хорошего мне не обещают. Угу. Красный цвет. Стандартный. Так. Ага. Очень важно разобраться, куда бить. А то есть бить в корпус. Понятно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зависаем вот так вот. Бежим. Пьем. Пьем. Так. Спокойно. Но это только первая фаза. Так что это стандартно просто. Так, хорошо. И все. Потя. Хорошо. Так, в первый раз всегда приятно добраться до второй фазы. Просто узнать, что она будет делать. Что, какие у нее планы. Угу. Так, я могу, по идее, здесь висеть, потому что тут камни не пройдут. Па-п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 а
новые платформы, которые двигают. Все понятно. А то есть босс платформ. У нее чекпоинт есть. Но зато у нее много фаз есть также. Так, я думаю, что я могу стоять только на желтом, да? Или... А, нет, я на всем, на чем угодно могу стоять, хорошо. Оп, отлично. Так, давайте подпрыгнем. Ня. Смылась. Ну ничего, теперь я более или менее знаю, что делать. Хорошо. Угу.
Так. Прыгаем. Угу. Есть. Ага. Ой, меня не пускает немножко. Совсем чуть-чуть. Хорошо. Угу. Так. А ё-моё. Пропрыгнул. Немножко место встречи пропрыгнул. Так, спокойно. Ручки убрала. Синие ручки убрала. Синие ручки. Так, и ее в это же время нужно убивать? Это вы это серьезно? Совсем? Да, это они серьезно, совсем. Так, спокойно. Забираемся. Так, тут она по мне промахнется. Это был нехороший прыжок. Рука ушла в никуда. Так, опять рука в никуда ушла. И прыжочек. Опаньки. А куда? Ё-моё, уж. Ой-ё-ё, она у меня платформу забрала. Неприятно. Нях. Угу. Так, спокойно. Оп-по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 . Давай! Чуть-чуть Ой-ой-ой-ой, это плохо. Сейчас она начнет плеваться. Так, синий цвет. Хорошо. Проходу нет. Красный цвет. Проходу тоже нет. Вообще жизни нет на Марсе. Это не страшно. Я правильного цвета. Так, я опять правильного цвета. Так, ну теперь я могу ее побить к тому же. Угу. Давай, есть! Это, только не говорите мне, что это еще одна фаза. О, это еще одна фаза. Ой, чувствую. Нет, меня отсюда просто телепортируют. Хорошо. Once the high priestess led the gods in their holy rites, she knew the secrets of the heavens and the earth, blessing their creation, and she studied the cycle of ages. Alas, she learned too much and sought to join in the unmaking of all things. Who will sing the sacred songs now that the High Priestess is gone? О, отлично. Я могу теперь полностью телепортироваться. Хорошо. Ну, то есть это или намек на то, что больше кусков карты не будет, хотя вряд ли. Но теперь я могу туда-сюда прыгать. Хорошо. Какой-то телефон. Телефонная трубочка. Интересно. Давайте посмотрим, где она, куда она нас приведет. Вот здесь вот вроде. Да, видите, вот, телефонная трубка. Ну что, в этот раз была жрица, в следующий раз будет телефонистка. Жрица связи. Так, мы за городом. Класс. Хорошо, давай. Здрасте, дяденька. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Есть, хорошо. Ме-ме-ме. Еще раз ме. И ме-ме-ме-ме. В спину им бить одно удовольствие. Фонтанчик. Как классно смотрит. Он мне нравится почему-то. Что-то у меня к нему симпатия развилась. Он такой милый.
Ага. Есть. Фонтанчик. О, господи, что-то такое. Я не хочу рядом с тобой стоять. Ё-моё. А, они бросают бомбы, понятно. Все, я пойду. Как раз мне тот босс ничего не дал. Жрица мне ничего не дала. Интересно, конечно же. Я просто... Ох ты, господи. Ох ты, ё-моё. Классно смотрится это все, конечно же. Просто обалденно. Есть. Все умерли, все ушли. Теперь синий. Ах ты, ё-моё. А, теперь красный. Класс. Ай, хорошо. Давайте попытаемся выжить. Хорошо. Отлично. Есть. Угу. Поехали дальше. Красный, синий, красивый. Есть, забираем и уходим отсюда просто. По-моему, здесь просто не стоит находиться вообще нормальным людям. Так, давайте здесь не будем находиться. Ах, вот. Можно платформы поставить и убирать. Хорошо, будем помнить. Хорошо, отлично. Красный. Есть. Красный, синий. Есть. Ну что ж. А то есть. Здесь красный, здесь синий. Здесь красный, здесь синий. Здесь прыг, здесь прыг. Есть слишком много страшных врагов. Я жду платформу. Есть. Уп. Отлично. Хорошо. Уи, что-то новое получим. Отлично. И что это? Special beam attack. You can now unleash potential and press B. B. Ох ты, господи, боже мой. Это Камехамеха. Кто не знает брата Камехамеха? Ага. Так, я тут монетку пропускаю. Что нехорошо. Но с другой стороны, знаете, тут такое начало твориться, что я думаю, что уже стоит пропускать монетки. Так. Стенка. Не. Я уже испугался, что я не могу залезть. Всякое такое. Пом-пом-пом-пом. Есть. Отправляйся подальше. Так, платформы, которые 100% будут потихоньку опускаться вниз. Или быстро опускаться вниз. Или просто будут опускаться вниз. Что это за статуя, у которой нету глаз? Она пережила мою Камехамеха? Ай-ой-ой. Так, ее нужно перепрыгнуть. Ага. Хорошо, что там чекпоинт. Да, хорошо, что там чекпоинт. Или там не было чекпоинта. Нет, тут чекпоинт. Хорошо, все, из принципа возьму, пройду этого дяденьку. Подходи. Ага, понятно. Им еще нужно научиться пользоваться.
Вот он не всегда слушается, не всегда делает то, что надо. Хорошо, с большим пауком разобрался, с большим дяденькой разобрался тоже. Теперь мне никто не страшен, ни большой паук, ни большой дяденька. Ни секреты, которые я нахожу иногда, когда обращаю на это внимание. Угу. Так. Есть, хорошо. Итак, есть. Бумба-бумба-бумба. Бумба-бумба-бумба. Оп. Оп. А, зачем я это переключил? Можно было, не переключая, прыгнуть на следующую платформу. Так. Так, хорошо. Здесь все есть. Есть, отлично. Давайте переключим свет. Конечно же, не вовремя я переключил свет. Ну ничего. И здоровье соберем. Красное включаем. Ну тут много золота, много-много-много золота. Это полезная штука. А вот смерть, лютая-лютая смерть, это не полезная штука. Угу. Так, давайте тогда проберемся поверху. И быстрее лазера! Ждем, стоим, стоим, ждем, 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 стоим, ждем. Потому что я думаю, что я не допрыгну все-таки. Может быть, не хватить мне немножко. Отлично. А, хорошо. Ну что ж. Так, тут враги на врагах. Класс. Мне нравится. Есть, 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 есть. Красный. Красный. Хорошо. Проезжаем. Собираем жизни немножко. По идее, можно перепрыгнуть поверху, но мне лень прыгать поверху. Хотя, может быть, там наверху что-то есть такое интересное, хитрое. Ага, видите, там есть возможность срезать. И уйти отсюда навсегда. Ох ты, господи, боже мой. Так. Красный. Так, спокойно. Ага. Синий. Ёшкин кот. Ну что ж. Я это прошел, я это прошел, ля-ля-ля-ля-ля, я это прошел. Я больше сюда никогда не хочу возвращаться, но придется, скорее всего. Хорошо. Так, не дадим монетам сгинуть просто так, нипочем. Угу. Хорошо, пошли со мной. Бум. Куда мне вообще нужно было идти? На, ну это просто нужно было пройти, приятно. Хорошо. Ё-моё! Они меня обижают. Ой. Нет, ну... Некоторые я понимаю, как... А, вот как нужно их пройти. Некоторые из них. Так. Синие. Красная, синий, все еще синий, все еще синий, синий, все еще синий. Я жив, кое-как, еле-еле душевцы, ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Оп, красная, синяя, красная, синяя, красная, синяя, красная, синяя, 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 красная, синяя, бря-бря-бря-бря-бря-бря. Чуть-чуть не хватило, ё-моё. Жаль, 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 жаль. Так, хорошо, еще раз. Первое. Прячемся за синим. Видите, проблема в том, что тут нужно еще вот эти дуры перепрыгивать, которые остаются хвостиками. Угу. Есть. Меньше здоровья потерял. Приятно. Так, теперь ждем синего. Уп. Красный, синий, красный, синий, красный, синий, красный, синий, красный, синий. Красная. Оп. Есть. Ты ё-ё-ё-ё-ё-ё-ёшки. Хорошо. Нет, ну как бы я этого ожидал, но все равно страшно. Хорошо, спокойно. Все легко. Все просто.
А то есть самое главное — стать на краешек платформы вовремя, в правильном цвету. Есть, хорошо. Видите, оп, проехать. Чуть-чуть не хватило. Не хватило. Потя. Много не хватило. Много не хватило. Так, лечимся. Очень важно. Потому что я чувствую, эти лазеры, они еще сыграют свою роль. Да. Они сыграют свою роль. И бля. Нет, не получилось. Ну что ж, ждем. Так, когда они встретятся? Оп, есть, хорошо. Это плохо. Но ничего, но это вовремя, скажу вам честно. Так, есть. Ух! Еле-еле, но все-таки добрался. Так, а мне куда вообще? Так, тут у нас телепорт. Давайте его запустим. Пускай он будет. А, нет, тут апгрейд. На сколько? На 35 тысяч. Не добрал маленько. Маленько не добрал. Спокойно. Все будет хорошо. Все будет отлично. Паньки. Так, есть. Здоровье, чекпоинт. Так, здоровье, конечно же, поломаем на деньги. Еще раз возьмем чекпоинт. Спокойненько. Очень-очень спокойненько. Просто уходим отсюда. А то они страшные. А то они мне не нравятся. Угу. Так, ну что это? Что это за ворота такие? Это, конечно же, интересно. А, все, я понял. Я тормоз. Играю в эту игру уже сколько часов. И так, красная стенка. Здесь есть синие стенки, здесь нет. А что же нужно сделать? Что происходит? Мя. А я думал, проскочу. Но не проскочил. Хорошо. Так. Есть. Золото, не уходи. Угу. Ну что ж, давайте станем так. Подальше. Удар. Есть. Поедем дальше. Тут на кнопку нужно нажимать, чтобы дальше пройти, так что давайте будем нажимать на кнопку сначала, потом вернемся. Разберемся, что там такое веселое происходит. Здоровье. Есть. Это даже не сложно. Это даже приятно. Так. Угу. Ё-моё. Глист. Лазерный глист. Иди в попу, лазерный глист. Так, понятно. Тоже просто. Вот некоторые вещи и вправду просто. Так. Ой. Простая вещь меня остановила прямо. Прямо на лету остановила меня простая вещь. Проще вещи не бывает. Хорошо. А то есть я открыл там. Ну, конечно же, сейчас придется еще возвращаться по этим простым вещам, но... Без проблем, разберемся. Так, я тут могу что-нибудь открыть? Не, ну оно вроде бы так каменючит каменючными звуками, но особо не собирается никуда исчезать. Что-то я вот этого осьминога что-то не помню. Тут он вроде бы из ниоткуда появился. Осьминог из ниоткуда! Твою налево. Угу. Паньки. На, слишком рано. Ё-моё! Ну, на обратном пути, конечно же. А как же на обратном пути? На обратном пути мы просто пробежим. Так,
Так, так, дети, дети, успокоились. Сидим, кушаем кашу и не... рот не открываем, пожалуйста. Ага. Спокойно. Все будет хорошо. А как здесь не умереть? Как здесь не умереть? Прямо вставленный в кубик. А нет, это просто они прозрачные. Они. Я думал, они меня будут давить, если я буду становиться неправильно. Угу. Так, а куда мне вообще нужно идти? Наверх. И так, но здесь, конечно же, шлем. Давайте возьмем шлем. Опаньки. Опаньки. Просто. Быстро. Разобрались. Ну, конечно же, станет сложнее, намного сложнее, страшнее и сложнее. Скорее всего. Так нужно сделать. Теперь вот так нужно сделать, да? Это, по-моему, тупичок. А нет, это мне же можно подняться, да. Ага. Так, куда мне нужно идти? Мне нужно просто налево. Давайте просто налево пойдем. Ой. Так, просто налево пойти не получилось. Если я просто спущусь. Хорошо. Есть. А! Понятно. Есть. Все. Хорошо. Просто налево получилось пройти. Так, еще, еще. Забираем мне. Прыгаем. Побежали, 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 побежали. Кнопка. Кнопка. Ме. Так. Я еще не того цвета к тому же. Это совсем плохо. Ня. Черт. То есть его один раз бьешь и отходишь. Бьешь и отходишь. Или зависаешь на лестнице. Есть. Хорошо. Опаньки. Супер удар. Мою камехамеха зарядил. Есть. Есть. Ну, ну, босс, 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 босс. И к нему нужен ключ, 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 если не ошибаюсь. Так, так, не ошибаюсь, нет, 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 не ошибаюсь. Совсем не ошибаюсь. Совсем не ошибаюсь. Хорошо. Так, есть. Ой, я чувствую, здесь одна ошибка и вс... Да. Только я заговорил о ошибках. Нет, ну я сюда заберусь, но это не серьезно, товарищи. Это шутки, да? Нет. Это не шутки. Нет, вот мне хочется еще, я тогда вот это пройду и на этом закончу. То. Опаньки, есть, хорошо. Есть. Знаете, иногда замерзает в очень неприятных моментах. Очень такой непонятный момент. Они останавливаются на месте. И тогда я не могу перенять инерцию. Хорошо. Хорошо. Лабиринт. Это ничего. Ничего хорошего не обещаю. А-ля-ля-ля-ля-ля. Я красный. Я синий. Не. Так, мне куда вообще нужно? Да. Ой, зачем я поменял цвет и расцветку? Есть. Я хочу просто до следующего чекпоинта добраться. Ага. Вот он, хорошо, все. И я тогда на этом закончу. Скажу вам большое-большое спасибо за внимание. И мы... О, господи, боже мой, увидимся в следующем видео.